ребята, с вами русский футбол. Не знаю, почему этот канал на русский про игры, но похрен. Это не матершинное слово. Мне в комментариях такого не пишите. Напишите что-нибудь другое. Со мной сегодня говныч пердыш. Со мной сегодня Илья Игорь. 38-9 игр. У меня скоро будет видос. Мы будем снимать всякую ерунду. Я вас предупреждаю сразу. Не просите меня в комментах спалить лицо, потому что я его на 100 или на 1000 подписчиков. Его спалю. Ну и вот, что же начнем? Что будем делать? Пошли показываем твою. Стой, пошли эту такую. Стой. Ты куда? Пошли эту типу аномалию покажем. Погнали. Блин, сразу после школы снимаем видео. Называется «Встретил вот этого вот». Миша, Саша и Лев. Это наши имена из нашего класса. Ну, это, конечно, не кто-то из нашего класса. А возможно, сейчас SCP в заброшке, пошли его сбили. Это что такое? Это что это там? Какой нахрен гроб? Это не гроб. Ты гроб как будто ни разу не видел. Это просто две доски. Смотри! Это вообще как? Почему тебе... Ладно бы, если желтые тут листья валялись, почему они зеленые? Что, что? Тем более, ты заметил, тут ничего не подсвечивает, никакая земля. Стой, можешь SCP там, не? Я туда налажу. Там ничего нет. Я спрыгивать с крыши наконец-то научился. Ой, как будто ты не умел. Ну, короче, ребята... Или как вас называть? Кстати, напишите в комментарии, как называть своих подписчиков. Ну, короче, мы тут видели такого черного человека, полностью черного. Куда? Твой синий фломастер. Странно, почему у меня так мало набираются подписчики? Лёд? Вот. Лёд! Лёд! Ура! Лёд! Смотрите, подними его. Лёд, видишь? Стой, дай. Стой, не кидай. Давай его прям сверни. Вот, смотрите. Вот. Смотри, это подписчики. Стой, смотри. Короче, пошли. Вот сюда я захожу в школу. А когда закрыто, то вон там. Ну, а с другой стороны. А что с ним не так? Это я разобрал. Поломал. Что бы нам поделать? Я не знаю, что мне делать. Сегодня приду и сниму видео, как я завариваю доширак. Если хотите, посмотрите. Да нет, не надо, говори, не надо. Первое видео про реальную жизнь. Ходим, бродим. Так.
тень, не пали меня. Дурацкая тень. О, смотрите на него. Нет, не надо на меня смотреть. Что я? О, они на двое ноги сейчас посмотрели. А, ну ноги даже ладно. И, пожалуйста, если кто-то... Посмотрите мои прошлые видео, если вам... Следующее видео будет тоже про реальную жизнь, но мы будем заваривать доширак. Скорее всего, если у меня после 100 подписчиков будут набираться не очень мало, то значит на 100 подписчиков свалю лицо. Чтобы... Ну, чтобы поинтереснее было. Да, ну, чтобы набрались. Автобус угнал от меня. Тут играют все в футбол. И у меня здесь мамка должна звать на дачу. Пошлите на дерево, слазим мы. И потом будем спрашивать у Ильи, какого фига. Сейчас мы дойдем, и я продолжу. Ну и вот, мы почти пришли. Так. Да не налезь! Подержи камеру. Я тебя буду снимать. Нет, не снимай меня. Поэт! Ванюха! Давли, я быстро покасал. Я потом видео посмотрю, я только попробую. Я это вырежу нахрен. Тогда можно снимать. И не надо уж. Ты что там, сдох? Да. Шашлычок, блин, мальчок. Что там? Что? Вот смотрите, что он тут делает. Лежит на дереве. Во, давай. Сюда, камеру, давай. Я не могу залезть, я разучилась. Давай я же лезу. Если ты такой тупой, не можешь даже. Смотрите, друзья. Ладно. Раз и навсегда. Сейчас я сейчас залезу, и потом будем заканчивать. Завтра такое же видео будет, если хотите. А если на этих двух видео будет хороший актив, то мы будем снимать дальше вот с этим вот. Вот этим вот. Вот этим. Вот этим вот. Вот эти. Вот. Кроссовок Ильи. Ну и вот, короче, вот он залез. Ой, дурак. Дурак. Мне надо было маску какую-то с собой брать. Ну и если вы сегодня спалите мое лицо, то я потом сегодня посмотрю это видео и удалю его. И потом два видео новых сниму. О! О, смотри какой пацан. Семен ушел домой. Вали. Хотя мы уже... Ну и все. Всем пока. Иди сюда. Будем прощаться. Всем пока! Всем пока. С вами был вот этот вот чурчик. И вы были на канале Русский про игры. И всем пока!